Приветствую вас. Я бы сказал, что это можно расценивать как то, что вам нужна серьезность, вы не получили, теперь испытываете тревогу, потому что понимаете, что можете потерять какую-то стабильность, какую-то защищенность, которую вы нуждаетесь. Вот, я думаю, что это можно расценивать именно так, никак иначе, никак по-другому. Конечно, вы можете быть со мной не согласны, но выглядит все именно так, потому что, ну, мало что у человека может случиться, да? Вот, и то, что вы не просто переживаете этот человек, например, а именно вот, что у вас есть смысл, что все, это конец, как бы, вот это, ну, говорит достаточно много. По крайней мере, это говорит о том, что вы можете не совсем, условно говоря, себе уверенно, да, вот. Или что вам нужна там серьезно, чтобы там очень сильно там, допустим, не знаю, мне нужно, в ней нужна эта серьезность, ну, к примеру, даже. Ну, варианты тут такие вот. И как бы на это нужно обратить вам ваше внимание, как мне кажется. Вот. На это нужно обратить вам свое пристальное самое внимание. Вот такой ответ я могу вам, в принципе, дать сейчас. С точки зрения психологии. Вот. А можно здесь у вас, в принципе, спросить, что между вами общего? Между вами и человек, мужчина. Как много между вами общего? Это очень важный момент, на мой взгляд, потому что если вы не можете ответить на этот вопрос, или если вы сомневаетесь, допустим, что между вами достаточное количество общего, вот, то я думаю, что мы подходим к той самой проблеме, которую вы, может быть, нам, ну, условно говоря, не говорите, не раскрываете, но она, эта проблема существует. Такой вот момент, то, что я могу вам сказать сейчас. Дальше, значит, каждые выходные приезжают ко мне на протяжении 2 месяцев. Ну, 2 месяца — это не такой большой срок для отношений, я бы сказал. То есть, я не очень понял, вы знакомы 2 месяца? Только, или он приезжал к вам 2 месяца. Что-то как-то не очень понятно этот момент, честно говоря. Вот. Это одно дело, если человек там, условно, приезжал к вам там, только 2 месяца, и все. Это одно дело, и совсем другое дело, если вы знаете, человек там, не знаю, там, 5 лет или около того, да, он к вам, условно говоря, приезжал вот только, ну, последние 2 месяца. Это опять же нужно понимать характер ваших отношений. Вот, такой информации такой пока что нет.
как вы, ну, понимаете, я надеюсь, что эта информация на нет. Она крайне важна для формирования какого-то вам ответа. Вот. А пока что мы можем, по сути, только гадать. Вот, а гадать, ну, это не то, чего бы хотелось, честно говоря. Вот. Поэтому подумайте для себя, вот, в какую бы сторону вы хотели бы, может быть, двигаться, чтобы, ну, чтобы решить свой вопрос, да, решить свой конфликт, свою конфликтную ситуацию. Вот. А тут еще вот момент такой, что желательно бы понять, с чего он состоит вообще. Ваш конфликтная ситуация для вас, чего состоит, что из себя представляет. Ну, совсем было бы хорошо. Вот. А, ну, как-то так, примерно, я мог бы вам ответить на вопрос, который, ну, на вопрос, который вы задаете. Хотя, безусловно, это не все. То есть, ну, безусловно, нюансы еще есть. Вот, просто пока что на данный момент это все, что можно сказать. Это не значит, что в принципе больше ничего нельзя сказать. Можно. Просто давайте постараемся, ну, как бы, решить для себя, да, что мы более подробно моменты изучим. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь.